Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Джан Яман встретился со знаменитым режиссером. Актер Джан Яман, который некоторое время продолжает свою карьеру в Италии, отправился на Сардинию, чтобы принять участие в кинофестивале Сардинии, одном из самых важных событий в стране. Он продлится до 12 июня. В фестивале примут участие такие всемирно известные имена, как Джош Хартнетт, Кьюба Гудинг-младший, Наоми Харрис и Росси де Пальма, где будут соревноваться фильмы из разных стран мира. Интерес к актеру, который поделился кадрами с фестиваля в своем инстаграм-аккаунте, как всегда, был высок. Джан Яман сейчас считается одним из самых известных актеров Италии. Джан Яман, находящийся в Италии уже больше года и участвовавший во многих проектах в стране, позировал на фестивале вместе с известным режиссером Тицианой Рокко. Искренность двух известных имен не осталась незамеченной. Тициана Рокко также поделилась своей фотографией с Джаном Яманом в своем аккаунте в социальной сети. Джан Яман, с другой стороны, полным ходом продолжает работу над своим новым проектом «Йелтерка». Игрок, приехавший в Турцию в последние дни, также будет находиться в Турции во время этого процесса. Джан Яман пробудет в Турции все лето из-за съемок. Керем Дерин пишет сценарий сериала, который снимает Айяпом. Улуч Байрактар станет его директором. Хотя работа над сериалом уже началась, информации о разработках нет. Заявлено, что в сериале будет две главные женские роли. Ханде Эрчел названа в честь одного из этих ведущих актеров. Однако официальных заявлений со стороны Ханде Эрчел пока не поступало. Было заявлено, что у Эрчела были сомнения по поводу этого сериала и сомнения по поводу того, чтобы разделить главную роль с Джаном Яманом. Имя другого актера, имя которого провозглашено всемирно известным в сериале, но личность которого еще не объявлена, также с нетерпением ожидается. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.